В Mobile Royale тебя ждут эпичные сражения могучих героев, которые ведут за собой огромные армии. Здесь можно биться с другими игроками насмерть или объединяться в гильдии, а также проходить одиночную кампанию или совместные испытания, чтобы получить особо ценные награды. Но самое главное – это возможность приручить прокачанного собственного дракона, который будет оборонять ваш замок и помогать в бою. Регистрируй новый аккаунт в Mobile Royale по ссылке в описании, чтобы получить подарки для бодрого и уверенного старта. Друзья, всем привет. Я не знаю, это просто какая-то дичь. Я сколько уже пытаюсь поднять баррель на 500 кубков, это все безрезультатно. Он какой-то проклят, я не знаю. Конечно же, хейтеры скажут, да ты днище. Я не буду спорить, я знаю, что я не идеальный игрок. Я знаю, что я играю, ну, такое себе. Но тем не менее, вот Динамайка 8 уровнем я без проблем поднял на 500 кубков. Это тоже метатель. Чёт не получается Барли, я не понимаю просто. Он какой-то заколдованный, что ли. Расколдуйте мне его. Я уже и в дуо, и с хорошими игроками, и с плохими. Уже и в соло, и как только не пытался. И на одной, и на другой карте. Тупо вообще никак. Даже вот стимингом тоже не получается. Сейчас у меня 440 кубков. Я на 450 поднимаюсь и пытался до видоса сделать, чтобы было 480, 470 и на видос поднять 500. Я не могу к этой отметке приблизиться. Давайте сейчас попробую на видос. Сейчас попробую на видос это сделать. Надеюсь, что получится. Надеюсь, что хотя бы чуть-чуть приподниму. Если что, не буду гнаться за 500 сегодня. Окей, буду по чуть-чуть. Просто вспомните, когда я еще, не знаю, может, недели две назад выложил ролик. Ребята, обещаю, сегодня барли подниму. На стрим... Ролик полчаса получился. Мы там, не знаю, мы играли, во-первых, до ролика еще с Димой часа два. Потом на ролик полчаса, на стриме часа два. Помните, с ДДНЛ? И все безрезультатно. Да, я рачела, да, я не очень играю, ну, блин, почему-то динамайка у меня получилось поднять, что не так с барли? Ладно, поехали, буду пытаться. Возможно, вот сейчас вы посмотрите видос полностью, посмотрите мои каточки, и вместо того, чтобы просто обзываться, как вы это любите, да, типа, да ты рачела просто, да и все, может, просто где-то вы меня поправите, где-то мне укажете на ошибку, типа, тут ты сделал не так, там бы лучше так. Оно со стороны всегда видней, потому что я, когда пересматриваю свои катки, я и сам вижу свои ошибки. Когда играешь, тем более на видео, плюс комментируешь, ты много чего не замечаешь, реально. Только уже при просмотре атаки, катки своей. Вот. Вот сейчас смотрите, какой просто балагур. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этих челиков в тиме. Тут, понимаете, тут, я не знаю, не скилл, а удача зарешает. Вот кто кого первым закрысит. Я просто без понятия, как тут на скилле. О, смотрите. Вот, видите, ну что это такое? За что он его крысит? За что он его крысит? Все же было нормально. Ну что он его начал крысить? Вот так вот выбирают изгоя какого-то и начинают его просто закидывать. Вот так на его месте мог бы оказаться я. И вот в чем он виноват? В том, что он не скиллован? Нет. Я не могу сказать, что этот игрок не скиллован. Ну, не скилл, да? Его просто вот в крысу затимились. Ой, в крысу затоптали и все. То есть, я не знаю, ребят, тут много факторов влияет на победу. Поэтому исключение делать на скилле, я думаю, бессмысленно. Так как тут не только скилл решает, еще и удача очень сильно. Ну ладно, мне пока везет. Ты че? Вот видели, он меня закрысить пытался. Но не получилось, я не попал под бомбочку. Так бы этот барли сразу подключился. Так, ну что, осталось... Ага, динамайк. О, мы с барли этого динамайка сейчас будем прессинговать. Оу, чи-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 чи. Не крысь только меня, пожалуйста. Боже, как он меня еще не закрысил? А, ну да, ну да, ну да. Да, ну как же он меня еще не закрысил? Конечно, он тебя закрысит. Плюс два. Поехали, следующий бой. Это еще бой, в принципе, был более-менее. Бывают поединки гораздо хуже. Ты вот вливаешься в их тиму, а тебя могут первым убить. Либо Мортис выскочит непонятно откуда. Либо закрысят, вот и все. И минус 7. Я просто апал, реально. Сидел, апал, потел там, делал крутые откатки, плюс 7. И по каким-то глупостям там сразу мне минус 14 сделали. То ли он выскочит с инвиза, то Мортис где-то. Ну, блин, такое. Так, ну вот это Шелли мы сейчас красиво заберем. Ну ты шо, динамайк, прицелься нормально. Забирай, забирай, я тебя не буду крысить. Все, хорошо.
У нас с ним по 5 банок. Я надеюсь, он не закрысит меня. Но мне и страшно. Мне страшно с ним быть в тиме, потому что у него тоже банок много. У этого Барли не страшно, я его с двух тык положу. Так. Хорошо. Давай, давай, поджимаем Тару. Ой, ой-ой-ой, Тара подходит. Давайте как-то Тару убивать уже. Надеюсь, сейчас Леон меня не вынесет. То у меня такое сразу чувство, что сейчас Леон меня в стелсе. Спасибо, пацаны, за 7 банок. Без обид, но мне мои кубки дороже, чем ваши. Мне на ваши вообще кубки срать. Поэтому я для себя баночек побольше заберу. Так. 5 бойцов еще, окей. Я ульту набил. Я думаю, что у нас третий лишний, ребят. У нас третий лишний. Вот этот Барли, он лишний. К сожалению, извини, бро, но ты лишний. Реально, ну ты не нужен нам. Мы вдвоем справимся. О, а вот сейчас смотрите. Чик-ч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 ик. О, да, вот этот вкус победы. Плюс 7 кубков, это просто, ну, сказочка, сказочка. Отлично, плюс 7, 450, неплохо. Давайте продолжим, пока что неплохо. Но вот, опять же, с этого неплохо, сразу будет плохая катка. Вот, либо я расслабляюсь, либо закон подлости. Просто не знаю. Вот я сейчас могу самым первым отъехать. И минус 7 будет. На плюс 7 ты стараешься. А минус 7 так быстро происходит, что бомбит. Так, ладно, едем дальше. В принципе, если сейчас хоть немножко... О, там Мортис Барли. Блин, что-то Мортис какой-то тупой. Так долго выносил Барли. Блин, мне микрофон немного мешает. Не-н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 е
красная, уходим. Но тут меня динамайки могут закрысить, потому что я Барли, а не динамайки. Меня могут закрысить. Но в толпе сложнее закрысить, поэтому, боже, какая сладкая парочка. Тупо так хочется ультануть в эту всю толпу. Тупо закинуть бомбу, так бжж, всех разнесло просто, куски мяса разлетелись. Я уже просто так сыт этими крысами, что мне уже реально никого не жалко вот в ШД. Я раньше поначалу вот типа таким совестным был. Да ну не крысьте, ребята, я ненавижу крыс, я хотел запустить антикрыс какую-то, я не знаю, рубрику. Но потом понял, что это бессмысленно, это тупо, я не знаю, как вообще с этими крысами бороться. Проще быть крысой, все. Потому что, ну, я примеров просто куча приводил, вы сами видели. Тут невозможно угадать. Да, в принципе, это уже тут все это понимают и все играют так. Блин, ну Мортис это плохо, надо подальше от него держаться. Там же еще кто-то есть. Там же был кто-то, да? Там по-любому кто-то есть. Я видел, там сидел кто-то, нет? А где он? Если я туда пойду, меня заберут. Динамайки заберут. Туда никто не идет, потому что боятся, что закрысят. Нас 6 бойцов, сейчас просто начнется дикая, лютая фигня. Я боюсь вообще капец. Вот сейчас, лишь бы не меня первым убили. Слушайте, а что если... А что если... Да ну их в жопу. А что если их вот реально... Все, смотрите, крысой будь проще. Оу, не попал, лох. Пидар, нет друзей. Неужели мне повезло? Лол. Мне повезло, я взял топ-2. С такой толпы выбрался. Слушайте, да ну реально, вот до этого было хуже. Нормально, идем пока что. Расколдовали. Вы расколдовали своими лайками, подписочкой. Вообще вы мои любимые просто. Я просто до сих пор тащусь от того ролика, где вы поставили 50 тысяч лайков. Господи, как это классно просто. Это все такие, Холдик, ты видел? Смотри, сколько лайков. Я такой, да видел, я вообще в шоке. Как? Столько лайков, блин. Это много. 50 тысяч лайков это много. Так. Помогу своему брату. Ой, бля! Ой, пошел в жопу. Помог, блин. Чуть сам не получил. Но я буду помогать дальше. Я хочу помочь ему. Иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Ой, боже. Вот это помог называется. Сам чуть не отъехал. Все, ну его в жопу. А ну, погнали в центр. Слушайте, если сейчас будет получаться апать 500 кубков, я постараюсь вот... Пускай ролик будет длинным, но я постараюсь апнуть.
Смотрите, какая толпа. Ну, вот Барли... С Барли будет трудно сопротивляться. Вот с Динамайком было проще. Чем мы выбрали он Динамайка, которого... Капец, сколько Динамайков. Офигеть. Это вообще метатели. Тут полкарты метатели. Один Мортис против них всех. А, просто я не могу. Сколько их? Это, знаете, муравейник какой-то. Но кто-то же по-любому не сдержится и закрысит сейчас. Вот этот, который постоянно где-то в уголку стоит от толпы. Он постоянно выжидает момента. Он как хищник. Он ждет момент нападения. Вот тут сейчас может начаться неразбериха. Если у кого-то мало хп становится, сразу начинает кто-то кого-то крысить. И все, это мордобой начинается. И в толпе ты хер поймешь, кому, блин, по роже дать. Оу, вот эта бомба прикольная была. Но слава богу, мы все отошли. Так бы был неплохой шашлык. Оу. Давайте, давайте, давайте. Тогда бейте уже этого, блин, Динамайка. Отлично. Жесть, я представляю, как жалко мне. Точнее, я представляю, как обидно тому Динамайку. Мортису-то похер, он сам взял Мортиса, мудак. А Динамайка жалко. Ой, сейчас все-все-все, вот этот чел отходит, сейчас будет. Ну все, поехали, пацаны, все-все-все-все, понеслась, мордобой. Круто. Офигеть, все столкновение. Да ладно, блин, до видоса вообще не получалось. Почти топ-1. Вообще до видоса не получалось, просто заколдованный, нерасколдуемый какой-то был. Плюс 6 трофеев, пам, отлично. Осталось 38 кубков, я продолжу. Если я словлю какой-то небольшой тильт, если я проиграю прям, ну, много подряд раз, я остановлюсь, может быть, продолжу на стриме. Ссылка на стрим будет в описании, ребята, приходите. И не забывайте, что я на стриме раздаю деньги. Деньги я раздаю в VGamers, вот. Вам нужно просто зайти в мой чат, ссылка в описании. И попросить у меня деньги. На стриме я тебе дам эти деньги. Ну, если, конечно, посчитаю нужным, посчитаю, если... Сеня, мама, умер! Пидор, вонючий. Вонючий пидор, просто, минус 7. Вот о чем я говорю. Стараешься, пыхтишь там, плюс 6, и на тебе, минус 7 сходу. Поехали. Ссылка на VGamers будет в описании, просто скачивайте, регистрируйтесь и заходите в мой чат. В чате напишите: «Холдик, вот объясни, зачем тебе 200 рублей, вот убеди меня, что они тебе надо, и я тебе скину на сегодня на стриме. Приходи». Я вчера многим скинул деньги, и ты не исключение, давай, приходи к нам тоже сегодня на стрим. Ссылка на мой стрим тоже будет в описании, там «Холдик стрим» канал называется. Так... Ой, ёханый бабай, бабай ёханый. Ну все, блядь, все. Вот все, просто, сука, вот чё? Именно с этой стороны оказался примат с ультой. Все, вот, весь выпуск, апал кубки, апал. Еще одну катку, поехали. Весь выпуск, апал кубки, за две катки, бомбейси, нету кубков. Вот что меня бесит, вот, вот где колдовство. Блин, глупое стечение обстоятельств просто какое-то. Просто, почему именно в этом углу появился примат с ультой? Ну блин, теперь вот это наверстать, вот эти минус 12 кубков, блин, сложно будет. Ой, жесть. Просто жесть. Спасибо. Я по-любому его разозлил. Ну только попробуй закрысить, тебе сразу люлей навешают. О, Динамайка решили убить. Хорошо. Не, на самом деле весело играть. Но, блин, как же бомбит, когда ты вот так две катки подряд минус дается тебе. Заколдованный Барли какой-то, не могу его поднять никак. Но я его в любом случае-то подниму, я это знаю. Я-то это знаю. О! Что, пойдем возьмем? Ты чё? О, я видел, тут кто-то с ультой сидит. Нахер с пляжа. И ты нахер с пляжа. Забираем эту баночку.
Так, динамайка нам надо... Надо нам подальше от динамайка держаться. Так. А, кто тут? В центре никого нет. Чего мы отсюда ушли? Мы нормально тут всех держали. В ежевых рукавицах. Сюда. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И все, и минус динамайк. Так. Ну все, блин. Да заходи сюда, Барли, блин. Че ты там тусуешься где-то? Непонятно где. Давай, все, до свидания. Все, топ-1. Блин, не знаю, продолжать? Давайте продолжу. 456, окей, давайте продолжу, давайте до поражения, но... надо как-то вот последним не умирать стараться, потому что это, блин, минус 12 это очень как-то неаккуратно, что ли. Ну, несерьезно, блин, так проигрывать. Я даже не успел поиграть минус 7 сразу. Понятно, что отчасти это моя вина. Я, конечно же, шучу там насчет вот этого там невезения, еще что-то, но... Бывают такие моменты, где реально очень решают... Не, ну Шелли прям вот хочет получить, да? О, смотрите, неплохо, она все банки мне отдала. Странно, что она не сагрилась резко на меня. Как раз, смотрите, вот я сейчас... Это будет длинный выпуск, как раз эксперимент. Любите ли вы длинные выпуски? Мортис, надо держаться подальше. Все, сделал вывод. Я иногда просто бегаю и не смотрю по сторонам. Не изучаю, кто где находится. Не акцентирую на это внимание. А надо, надо, потому что вот эти все нелепые случайности получаются из-за моей невнимательности. Вот сейчас знаю, что слева Мортис. Все, я буду стараться держаться более правой стороны, или же если я буду подходить слева, я буду знать, что там Мортис, и буду к этому готов, если что, вдруг отойти. Вот. Вот сейчас еще один Мортис, блин, и справа, и слева. У примата ульта тоже херня полная. Вот тут как повезет, на кого он прыгнет, ну непредсказуемая штука, не знаю. Походу, это сейчас будет минус кубки, однозначно. Крысить тут нам нельзя, нам реально надо сейчас держаться вместе. Блин, какие-то они все шугливые, надо кого-то зажать резко и убить, блин. Нас со всех сторон сейчас начнут тиски сжимать. Да какое я тимится с Мортисом, пацаны, вы чё, вы вообще трезвые, нет? Как можно тимиться с Мортисом, блин? Так, я держусь подальше от Эль Прима, вот сюда в угол ухожу. Все, они там без меня справятся. Мортиса так чуть-чуть подпугну, короче. Так. Все, Мортиса, если не так не выпускать, просто держать постоянно. Во, все, все, Мортису хана. Ему туда никуда не деться, блин, все, кто-то закрысил. Вау, мы просто сгорели мгновенно все, там, три штуки, наверное. Минус два, все, на этом завершаю. На этом завершаю. Ну, то есть я на видос все равно не подниму, наверное. 454 кубка, вот так вот происходят мои каточки. Буду по чуть-чуть апать, но как-то вот не дается мне, сложно. Может, раньше просто было больше нубов и было проще апаться. Я не знаю, может уже люди реально стали лучше играть. Короче, вот такой вот выпуск получился. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, приходите вечером на стрим. Если успею на этой карте, подниму Барли сколько смогу. Обещать не буду, потому что знаю, что все может быть... пойти наперекосяк. Но в любом случае, спасибо за поддержку. До новых встреч, скоро увидимся. Пока.